парке имени Льва Толстого в Химках прошла выставка животных «Хотим домой». Здесь искали хозяев около полусотни кошек и собак. Больше десятка четвероногих обрели новый дом уже в первые несколько часов. Узнали об этой акции благотворительной. Вот нам понравился данный котик. Мы хотим его забрать домой. Такие выставки в Химках проводят уже несколько лет по инициативе администрации муниципалитета. В последнее время химчане все чаще находят себе домашних любимцев именно здесь. Неоднократно вы, наверное, встречались с такими событиями, когда проходит мимо мама с ребенком. Ребенок говорит: мама, давай возьмем собачку, давай возьмем кошечку. И вот это вот соучастие, эмпатия ребенка к живым существам, она дорогого стоит. Открыли здесь и выставку детских работ. Ребята представили свое видение проблемы бездомных животных. Поддержали мероприятие известные химчане, олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян и игрок баскетбольного клуба «Химки» Петр Губанов. Они отметили авторов лучших работ специальными призами. Форвард БК «Химки» также вручил мяч с автографами всех игроков команды представителям музейного комплекса. Гости пообещали и дальше поддерживать благотворительные акции. Забавные, трогательные, душевные картины. Очень приятно было посмотреть, выбрать, которая больше всего понравилась. Мы выбрали кошечку, собачку, потому что это светлый фон. Кошки и собаки, то, что они вместе, это какая-то дружба. Я показала эту картину, потому что я очень люблю собак и кошек. Я не хочу, чтобы никто из людей не бросал кошек и собак. У них тоже есть чувства. Помогали пристраивать животных около 50 волонтеров не только из Химок. Поучаствовать в благотворительной акции приехали даже добровольцы из Италии. Организаторы надеются, такие масштабные выставки помогут решить проблему бездомных животных. Алена Беляева, Ксения Брагина, Матвей Шинкаренко, служба новостей.